сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо быстро. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет. И не кричи, пожалуйста. Достала. Не кричи. Не выключу. Значит, я выключаю. Мам. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не выключить. Мам, не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты нахуй, дура. Чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило. Мати не залишає спроб домовитися з сином, котрим покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Заткнись! Що я? Це мені такий дурацький інтернет. Із імперного ноль. Де мої сайти? І все. Окей, сайти тебе інтересують, скажи, пожалуйста. Мого есть. І зачем мені було так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спецсильник. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Поки у нас цю неділю комп'ютерного телека не буде. Все, посиди спокойненько. Посиди. Не можешь, посиди.